Соединенных Штатах продолжают гадать, где пройдет саммит Байден-Путин, и если российский лидер примет предложение американского президента о личной встрече этим летом в Европе. Эксперты издания «Политика», например, допустили даже, что местом проведения российско-американских переговоров на высшем уровне может стать столица Азербайджана. Как передает Вести АС, российское издание «Свободная пресса» отмечает, решение провести саммит Путин-Байден в азербайджанской столице является не шаблонным. Но если Байден туда отправится, это явно вызовет крайне негативную реакцию со стороны Армении и армянской диаспоры в самих США. Ну а Прага, которая изначально сама предлагала себя в качестве переговорной площадки, после всей этой «шизофрении», по выражению министра Лаврова, последних недель вокруг расследования по Вербитице и дипломатического скандала, вряд ли утроит российскую сторону. Пишет издание. Стоит отметить, что в Баку неоднократно проходили встречи Россия-НАТО. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.